Алло, алло, раз, раз, раз. Меня слышно, нет? Привет, ребятки, как дела? Да, Джуни на связи. Продолжаем мы игру за киберперсонажей. Я сделал голосование ВКонтакте и победил Сайрекс, да? Сайрекс, хотел сказать Сектор, нет, извините. Кстати, как только я выложил, там сразу примерно 9 голосов за Сайрекса и 2 за Сектора, но потом как-то это все уравнялось, но все равно этот Сайрекс оказался популярнее. Ух ты, давай, давай, поехали. Только не отказывай. Только не отказывай. Да ё-моё, почему у тебя стата 800 на 400, и ты мне отказываешь? Я, опять же, поиграл за Сайрекса примерно 30-40 минут. И, ну, я это знаю комбинации, знаю некоторые техники. Поэтому этот, я не могу, да, назвать себя там крутым Сайрексом. Но почему отказывают? Не понимаю вообще. О, пошло. Блин, а против этого... Парни, у меня шансы 100%. Ну ладно. Ходил? Александр Нур. Ух ты, у него еще микрофон есть, фига себе. Я слышу. Так, блин, вроде не лагает. Так, постойте, за кого я хотел? Сайрекс, да? Трайборг. Трибор. Да, вообще просто этот желтый, это просто... Очко рвет, нахуй, вообще. Слушайте, мне уже нравится PlayStation, хотя сегодня у меня заканчивается подписка PSN. Если завтра не выйдут видео, не обижайтесь, нужно поработать, чтобы эту чертову подписку за 3200 купить. Кстати, вчера был есть. Хотя давайте этот, выиграешь. Ух ты, умный парень. Вау, молодец. Слушайте, умеет играть. Ладно, давайте я тут, я все-таки серьезно возьмусь. Что это было, блядь? Я, кстати, я это комбо на ходу придумал. Да блин, нету этот стамины. Нет. Да опять стамины нет. Куда это? Стамина исчезает. Блять, я нажал, я знал, что нет. О! Четыре секунды оставалось. Я хотел уже делать, типа. Что это? Я раз такой вижу. Блин, вот тут таймить нужно. Нет. Блин. Давай наказывай. Okay. О, молодец. Ух ты. Я должен сейчас бить. Я не бью, потому что, блядь. Потому что он не лучше, блядь. Да вы не шарите, идите. Там видно, я не знаю, парни с кем-то спор или что. КВСные, блядь, не умеют. Все, короче, обосрали его там, его друзья. Кстати, есть этот... Есть понимание игры. О, о, смотрите, пошли хорошие игроки. Виходка, окей. Так, что-то я одного не понимаю. Сейчас, секунду, ребят, я тут просто фаталити быстренько ищу, чтобы... А, вот он. А,
А, нет, не то. А, во-во, нашел. Трайборг. А, там же есть еще одна, это очень хорошая разводка, я ее не применял. Сейчас я вам покажу. Так, у Триборга 2 фаталити. На средней дистанции. Назад-вперед. Назад-назад. Или это вперед-назад? Ой, я не знаю. Ну, давай, давай. Молодец. И что-то я слишком очевидно здесь. О, хорошо. Только это совершенно не оптимальное наказание. Хорошо. Мне нравится то, что этот очень много людей на разных персонажах играет. Не понял, это оверхед что ли? О, ага, это также контрит захвата, я не знал. Пошло дело. Кстати, у Кейна именно в углу очень хороший урон. Нет, это должно быть наказание. Хорошо, блин, надо выиграть, надо выиграть. Смотрите, сейчас что будет. Оп. Есть! Все-таки смог я его развести. Ну это на самом деле очень тухлые разводки с помощью этих 1-1. А, блин, я не сделал фаталити. Эх, опять забыла. Извините, ребятки. Окей, Hatebreed 3003. Он что играет на этом? На Leatherface? Или на Джейсоне? Мне кажется, вот этот фон профиля именно соотносится с ними. Triborg. На Китане. Ого, Китане. Очень интересно. Лю Кэн. Будет отменять. Как вы знаете, вчера... А нет, не вчера, в общем... Второго... Нет, третьего... Нет, постойте, 2, да, 2 апреля прошел ESL. Я в нем участвовал, но... Но попался, в общем, к доку. Это один из лучших игроков на Такеде. Хорошо. Ах, блин, я это мог наказать. Ну и, к сожалению... Сиди. Не проиграл. Не знаю, буду ли я публиковать эти матчи, но этот, там были очень близкие раунды. Я одну игру даже чуть не выиграл. Ух ты, как перебил мало. Вау, что он знает. Так что дайте знать, хотите ли вы видеть мою игру током, но не знаю, мне кажется, это... Лучше сконцентрироваться на Триборга. Хорошо.
Хотя, смотрите, будет этот лайфик. Нет, не будет. Смотрите, а. Кстати, он правильно делает. Против триборгов именно нужно сидеть. А, ух ты, получилось. Я даже этот, я это не специально сделал. А это Faction? А, это Faction Kill. Faction Kill. Ладно. Вот этот парень все делал верно. Против триборгов, вот смотрите, какие у него есть недостатки. Во-первых, нет у него нормальных мид-ударов, то есть можно против него без проблем сидеть. Та же проблема и у Тремора, но Тремор сейчас вообще полное говно, потому что... Как его только не ухудшили, ну, у меня его нет, я, к сожалению, не могу пока за него поиграть, но его совершенно этот, превратили в говно. Триборга тоже, его вот в недавнем патче, сколько дней назад, 5 дней назад вышел патч, Триборгу все ухудшили. Спецприемы, удары, комбинации. Ух ты, смотрите, с ним пинг хороший. И этот... Невозможно уже играть. Поэтому против этих персонажей можете просто сидеть. Ой. И еще у него минуса то, что нейтрал игра не такая хорошая. Опять же, вот, все это взаимосвязано. Потому что он рисковый. Да, есть, конечно, определенные... безопасные разводки, но они требуют метра. Поэтому чисто в таком в плане эффективности мне персонаж кажется средним. Такой средний, высокий. Если брать тир листы, это точно не топ персонаж. Даже вот в недавнем турнире он там ничего не занял. Хотя в тот момент он был еще очень сильным. Вот эти бомбочки Кибер Саб-Зиро, ресеты Сарикса, все это убрали. Теперь, да, не такой уж и хороший. Ладно, вперед. Так, Сайрекс. Что стоишь, дедуля? Молодец. Смотрите, умеет наказывать. О, играть умеет парень, смотрите. Не боится нажимать на кнопки. Смотрите, вот, он делает то, что нужно. Да что такое? Вау. Нет, это будет наказание. Могу, нет, взять раунд. Не. Блин. Рискнул, конечно. Зачем он сидит? Хотя, правильно, да. Ладно, буду делать больше оверхедов. Мне кажется, он... Вот, видите? Не нужно сидеть. Есть, пошло. Блин. Смотрите. Фишка. Ух ты, попал все-таки в конце. Вот это вперед 4-3, если ты про него не знаешь, то это вообще офигенный инструмент. Это должно было наказываться. Неужели я ему сыграл? Есть. Попался, братишка.
Ну же. Супермен. Хватит сидеть. Хорошо. Пошла комба. Умеет играть, смотрите. Не нужно его недооценивать. Игра, ты это сделал, братишка? Смотрите, как это все эффективно выглядит. Так, ну-ка, вперед, назад, вперед, вперед. А, во, получилось. Там вроде еще можно как-то держать направление, чтобы нокаутирующий робот вот, он менялся. Вроде тут не только сектор. Ну, как я знаю. Может, ошибаюсь. Хороший бой был, но, да, парень этот в некоторых моментах сфейлил, поэтому я его обыграл. А, это опять тот парень. Будет он играть, нет? Я ему проиграл или выиграл? Да, уже забыл. Девичья память. Так, а в этот раз попробую сделать вторую фаталку. А, у Сайрекса еще остались некоторые разводки с бомбочками. Но пока я их делать просто не умею. Окей, okay, let's go. Смотрите, какой начал бой. Оп, нет. Ай, зря, зря. Молодец, наказал. Умеет играть парень, давай, давай. Ладно, не буду я его недооценивать. Играем по-нормальному. Братишка. О-хо-хо. Зря, зря. Смотрите, а? Все. Нагнул меня по полной. Ладно. Пора проспаться, ребят. Сейчас я вам покажу, как за Сайрекса играть. Блин. Не нужно прям в упор делать свои фаны. Видали, нет? Разводку, а, от бати. Не нужно делать в упор свои фаны. Что происходит? Молодец. Это конец. Final round, fight. Ладно, все, хватит. Кто-то этот. Все слишком я это. Я проиграю. Я проиграю. Молодец, молодец, парень.
Как-то я слишком несерьезно играю, ребят. Нужно это. А, еще бруталити. I have to step up my game. Слишком все по фану получается. И вот видите, какая проблема у Триборга. Очень плохая нейтрал игра. Мне кажется, лучше всего Триборг чувствует себя именно на расстоянии. Там поставил вот эти бомбочки, поставил летящие бомбы. И этот лови на сетку как-то с помощью телепортов разводи. Да, мне кажется, это основная тактика игры за Триборга. Когда он вблизи, ну что он может? Он прессить-то особо и этот, фигово у него получается. Все вот эти его оверхеды лоу, после них идет сетка. Это тоже не очень эффективно, сразу скажу. Потому что если ты не угадываешь, то получаешь сколько там, 32% урона в ответ. И там, если сравнить с такими персонажами, как Джонни Кейдж, у которых прессинг практически безопасный, то этот... А, уже все, уже парень не хочет. Но я бы этот собрался в этом бою. То Триборг очень небезопасный именно в этом плане. Он не может прессить без каких-либо последствий. Поэтому я не считаю его сильным персонажем. Средний персонаж. А вот сейчас, когда его еще раз ухудшили, то... Уф, нет... Я вам точно скажу, он ничего выигрывать не может. В Mortal Kombat доминируют именно персонажи с безопасным прессингом. Так, ну это, наверное, последняя игра будет, да. А, и этим. Как его? Безопасный прессинг. И хорошая нейтрал игра, быстрые поки. Реально посмотрите на всех топовых персонажей. У них просто офигенный прессинг. У Триборга вообще нету прессинга никакого. Поэтому да, персонаж точно не топ. Играть можно, но так себе, так себе. Это мое субъективное-объективное мнение. Но думаю, определенное удовольствие от игры за него можно получать. Давайте начнем вот так. О, нет. Блин, тут каждый этот второй умеет играть, что-то я их недооцениваю, совершенно недооцениваю. Ладно, давайте последнюю игру я все-таки выиграю. Это что, зря сделал? Смотрите, парень тоже умеет играть, но этот, немного небезопасно действует, поэтому... Ох, блин, подлог, молодец. Смотрите, знает комбо. Молодец. Оп, как тебе такое? Тем временем я вам показываю самые неоптимальные... Хватит. Ух ты, у него что? Броня теряется? Нет. Блин, мог наказать. Так, вперед, назад, вперед, вперед. Нет. Ну уже, нажимайся. Фу, получилось. Ладно, ребят, спасибо всем тем, кто смотрел этот выпуск. Как видите, у них очень эффективные такие комбинации. Выглядят просто круто. Вот эти, я не знаю, все телепорты, разнообразные сетки. У Сектора тоже офигенные.
Но если говорить о пользе персонажа, о его эффективности, то нет, вот я вот сразу чувствую то, что не может он побеждать. Очень слабая нейтрал игра у перса. Вот раньше он был более-менее еще сильным, но сейчас его еще ухудшили. Поэтому это точно не топ. Возможно, вот середина и уже более высокий уровень. Где-то вот он там находится. А, думаю, для DLC персонажа пойдет. Конечно, можно было сделать получше Триборга, но имеем то, что имеем. Ой. Триборг. И уже в следующем выпуске я буду играть за Сектора. У него комбинации еще более эффектные. И надеюсь, вам понравится. Всем спасибо, кто смотрел. Пока.